Еще раз приветствую всех зрителей телеканала «Тюменское время». Да, концертная программа на площади 400-летия Тюмени продолжается. Уже выступил Тюменский филармонический оркестр вместе с актерами Тюменского драматического театра, эстрадные группы «Космос» и «Матрица». Ну и сейчас начался уже блок под названием «Народные караоке». Песни Победы можно спеть всем вместе под аккомпанемент джаз-оркестра «Золотая труба». Ну и самое интересное, что этот концертный блок открыла Тюменская областная дума. Да-да, не удивляйтесь. Депутаты приготовили для наших жителей особенный творческий подарок. Давайте послушаем, как они пели. Помогают петь песни Победы тюменцам творческие коллективы нашего региона. А повторять слова можно, глядя на экраны, которые расположены возле сцены. Вообще концерт будет продолжаться на площади города Тюмени до 19:30 вечера. Здесь также работает и полевая кухня, есть арт-пространство с выставкой. Ну а после завершения творческой программы здесь и в других частях города, потому что, я напоминаю, сегодня концертные площадки есть в каждом районе Тюмени. Можно будет переместиться на набережную. Там с 7 часов вечера тоже будет концерт, который продолжится до салюта.